Сухомлин Иван Михайлович. В 42-м году окончил Камышинское танковое училище лейтенантом. Был командиром танка Т-34, участвовал в Бобруйско-Минской операции. Был дважды ранен. В госпитале узнал, что получил звание Героя Советского Союза за участие в танковом рейде. Как вы хотели провести этот день, вот 22 июня 41-го года? Это же воскресенье было, да? Ну, вообще, каком выходном дне в селе не могло быть речи какой-то? И где вы были в этот момент? В то время я был дома, в селе. Вот, потом, вот, когда началась война, сразу же молодежь стала, и вообще люди взрослые стали писать рапорта, заявления об отправке на фронт. И добровольцами? Добровольцами. Мне было 17 лет. Вот я тоже написал, хочу воевать против немецко-фашистских захватчиков, защищать Родину. Мою просьбу удовлетворили. Спрашивают, вы желаете быть командиром-танкистом? Я говорю, да. Таким образом, меня, значит, поставили строй сюда, что отобрали. Вот вы будете учиться в Камышинском танковом училище. И срок обучения всего-навсего год. По ускоренной программе учились. В танковых училищах, в артиллерийских училищах, в авиационных училищах. Один год. Значит, 11 месяцев занимались. И 12 месяц госэкзамены. Звание лейтенанта. Тогда кубики были. Вот, на петлицах звание лейтенанта, и все. И командир, я получил должность сразу командира танкового взвода. Танки Т-34, вот, средние танки. Я считаю, что мое счастье, что я воевал на этом танке. Это действительно Т-34 танк был лучший в то время, лучший танк в мире. Вы с такой любовью говорите, да. А вот я когда разговаривал с пехотинцами, то они говорят, мы не представляем, как они в этих железных коробках, им же ничего не видно, да в них попадают, да они горят. Обзор великолепный, ничего страшного нет. У вас какая пушка была? Сначала была 76-миллиметровая, а потом 85. Вот, так что это танк прекрасный. А я вспоминаю, когда... ну, в Белоруссии это ясно. В Белоруссии мы ползли, там болота такие. Она ревет, машина натащит, прямо молодец, она исключительно. А я помню, в Орле, когда освобождали город Орел, там, значит, получилось так, слева река, а впереди была парикмахерская немецкая. А это же танки, они же скорость большую набирают, и танк потерял управление. Так ему оставалось одно, или в речку этот танк его направлять, или на парикмахерскую. Потом он все-таки кувалдой ударил. Механик-водитель при помощи кувалды рычаг, скорость переключал. И танк повернул, и вместо реки прямо вот эту парикмахерскую. Все, стенку сломил, и перед зеркалом остановился, и вот этот фашист, вот, он не успел парикмахер и выбежать оттуда. И перед зеркалом вот так руки поднял и стоит. Что машины, танки, Т-34, конечно, это великолепные машины. А вы помните, как вы получали машины эти свои? Перед отправлением на фронт, значит, что делали? Значит, сколачивание маршевой роты идет. Вот строит командиров, выпуск произошел с Камышинского танкового училища. Молодые лейтенанты, не нюхавшие пороха, ничего. И тут же формирование идет экипажей. Теперь выстраивают командиров, и экипажам говорят, выбирайте себе командиров. И вот вы представляете, выбор был командира. Да, и я первым, значит, выбрал себе командира роты, в которой уже была... Был орден Красной Звезды. Ну, это же уже обстрелянный человек, это опыт какой-то хоть имеет боевой уже.
И вот так и меня выбирали командиром взвода. Вот собрались, значит, эти три экипажа, и понравился, наверное, я им, несмотря что небольшого роста, там были, ого, ребята и постарше, и ростом повыше. Ну, короче говоря, выбор командиров был. Вот такое я застал. Вот. А вот свой первый бой вы помните? Когда бригада наступает, корпус, это что же? Тут же все идут в наступление и впереди просто уничтожают цели, да и все. А ничего так... интересного, да? Нет, это интересно. По тебе лупят, бомбят, бросают бомбы, бомба рвется справа от танка, слева от борта. А вы знаете, когда бомба летит, думаю, ой, сейчас прямо в танк попадет бомба. А она все-таки рядом падает. Или сзади. Прямо сзади танка и разрывается бомба. Это ужасно. Во-первых, сверкает молния в этом, в танке. Это как током пронизывает каждого члена экипажа. Да, вот. Почему? А сила неимоверно высокая. Он же взрывается бомбой, вы представляете. Все. Ну да. Это. Вот вы тут сидите, а это башня. Вот. И тут вот огромная болванка, она ударит по башне. Да. Ну, вы представляете, как глушит, рыбу глушит подо льдом. Она бедная никуда уже не может поплыть. Вот сплошь рядом это танкисты глухие становятся. Требуется длительное время, чтобы он восстановил слух. Помню, вот, значит, мне сказали, вот вы своей ротой должны прикрывать, а голая линия фронта голая, абсолютно. А мне посылают туда и говорят, помогите вот удержать пехоте передний край. Впереди было минное поле, мне не передали, не сказали, что впереди минное поле. И мой танк подорвался на мине. Вот это я впервые почувствовал, как рвутся мины под танком, под давлением гусениц. Но счастье мое такое, что не пробило днище танка, а наши танки работали на дизельном топливе, которое с трудом, трудно загорается, а вот днище у нас более толстые, а в них просто как фанера. У немецких танков. Они же рассчитывали на легкость. Вы помните, как они бедно одеты были. Простые холодные шинели застала зима. И аналогично же такая картина с танками. Они легкая, легкая броня была. Пулемет пробивал их броню. Ну что это за броня? А днище, это вообще посмешище. Там если нарвался на мину, то сразу все вылетает и весь экипаж погибал. Немецкие танки работали на авиационном бензине. Взрыв происходит, и там весь экипаж вместе с этим танком пылает, как, знаете, как факел. Вот. А поэтому... вы участвовали в танковых рейдах, да, вот в таких, ну, вот, да. Через линию фронта? Если прорывается танкисты в глубину противника, в тыл противнику, и они начинают бомбить, они ведут... из артиллерии огонь, и устанавливают, знают, по какому маршруту примерно действуют, они устанавливают и противотанковые мины, и волчьи ямы делают. Знаете, что такое волчьи ямы? Рвы противотанковые. Да, нет, ямы. Чтобы танк мог туда... Рвы, преграда, это для танка ничего не стоит, потому что, во-первых, я сделаю несколько выстрелов, во-вторых, гусеницами, прежде чем наезжать туда, на эту траншею, я начинаю вправо-влево, механик-водитель начинает засыпать, и потом он преодолевает. Это не проблема. А волчьи ямы – это замаскированные, вырытые вот, большие ямы. И ветками замаскировано, травкой засыпано. Вот это волчьи ямы. А чего боялись больше всего? Термитных снарядов. Вот я, например, очень сильно был обгоревший, это когда был командиром передового отряда.
Вот, только потому, что термитный снаряд пробил борт. Это ужасно было. А вы в прорыве участвовали, в танковых вот таких вот операциях, когда прорывалась линия фронта, танки уходили ну, вот, за линию фронта? Вот стратегическая белорусская стратегическая наступательная операция. Так вот, наша 17-я гвардейская танковая бригада, в которой я воевал, был командиром танковой роты и был командиром передового отряда. Он, этот корпус как раз наступал на направление главного удара. Это Бобруйско-Минское направление на Варшаву, с Варшавы уже на Берлин. Вот направление это главное было. И вы получили приказ. Там приказ был, да, 3 красных ракеты – это начало наступления, если не по радиостанции, а просто 3 выстрела красных ракет – это начало наступления, то есть артподготовки. Вы не представляете, какое красивое зрелище было. Я такого еще не встречал. Правда, я еще под Болховым наблюдал очень красивую картину, как наши летчики бомбили и «Катюши» наши наносили удары по немцам, по переднему краю, по городу Болхову тому же. А тогда не хватало самих установок вот, в 43-м году, чтобы по рельсам вот эти снаряды летели. Так поэтому не хватало машин, машин еще недостаточно было. Вот с этими рельсами, да, «Катюши». Так они что делали? Вот сами, ой, говорит, снаряды вот эти ставили в лощине сзади нас, наших боевых порядков. Ставили в лощине, туда подсоединяли, значит, это провода, и даже с ящиков не вытаскивали. И немцы прозвали «русские сараи». Вот это снаряд от «Катюши». Вот так и летит с этим ящиком совсем. Исключительно красиво было смотреть. Ну, какого немца? Они же горели, там же ничего не оставалось. Все сгорало. И тело, и земля, все горело. Вот такая же картина произошла в белорусской стратегической наступательной перед началом. Вот это началась артиллерийская подготовка, авиационная подготовка. Потом, как дали сигнал, значит, перехода в атаку. Позывные дали, сразу тут же командир бригады дал команду, вот 3-0, и все. И пошли лавиной. Это зрелище было исключительно. Но, тем не менее, бои были тяжелые, кровопролитные, потери все равно мы несли. Ничего. Война есть война. Но наступление было прекрасным. Немцы настолько были в панике, настолько вот такое было бегство, и они не знали, куда метаться, куда бросаться. Река, а тут танки стреляют, авиация бомбит. Вы представляете, вода в Березине кипит, а они пытаются, значит, плав. А куда ты уйдешь? Никуда ты не уйдешь. Они ко дну шли, разрывало на куски их, то ли это от снарядов, то ли от бомб. Переправы тоже были выведены из строя. Им ничего не оставалось, как только гибнуть, и все под силой нашего наступления. И наступил определенный момент, когда стало наше наступление нашего корпуса как бы выдыхаться. Ну, это ясно, что, во-первых, длительное время уже ведем боевые действия, наступаем. Вот, а это не на параде, это война. Вот, потери, соответственно, и в людях, и в материальной части. И вот командир корпуса, генерал Панов, значит, говорит, что нужно сейчас передовой отряд послать вперед, прокладывая дорогу, вести разведку и продолжать все-таки наступление. Хоть немного, но собрать танки. Собрали. Насобирали этих 7 танков, чтобы выполнить задачу. Выполнить задачу, значит, такую.
Ну, во-первых, железнодорожную станцию Мицкевичи нужно овладеть, которая имела очень важное стратегическое значение. И вот нужно перерезать вот эту артерию и железную дорогу, железнодорожную станцию захватить, и перерезать шоссейную дорогу, которая ведет на Варшаву. Я прикрываюсь складками местности, кустов, леса, где что только смогу, лощины. Вот таким образом прорвался. Когда противник заметил, что советские танки уже действуют в тылу противника, у них, вот, то, конечно, они постарались всячески создавать все условия. И налеты были авиации, и был обстрел. Справа-слева снаряды, мины рвались, а мы продолжали путь вперед. Потом уже, когда вышли на свободу, развернулись в боевой порядок и давили орудие вместе с расчетом. Расчет пытается уйти, но куда уйдет танк? От танка не уйдешь. И сходу ворвались на станцию Мицкевичи. Передал я, что мы ворвались на железнодорожную станцию, захватили железнодорожный эшелон. А по нас ведут огонь, там же оборона была. Вот огонь из артиллерии, и танки, и пехота. Вот мы вели бои, 8 часов в полном оказались в окружении. 8 часов в окружении мы были. Значит, мы использовали эти пулеметы, вынимали из башни, чтобы побольше было у нас огневых точек. Вот. Орудия только оставались, снаряды с танка, а так автомат, вот, эти гранаты F1, вот, танки загоняли от постройки. Танк, пушка пробивает стенку, ну, все. Нам хорошо немцев видно, а немцы-то нас не видят. Своего рода тоже маскировка. Я связался с командиром бригады. Станцию я овладел, нахожусь вот в таком-таком-то положении. Он говорит, держаться до последнего. Держитесь до подхода главных сил. И мы удерживали до подхода главных сил. Потом пополнение получили, боеприпасы, горючие. И стал продолжать в тылу действовать. Рейд, так он и называется, этот рейд в тылу. На подступах уже к Слонему термитный снаряд попал в левый борт моего танка. Термитный снаряд пробил борт. А он же как пробивает? Он не пробивает, он прожигает. У него что-то 3700 градусов температура. Он плавится все. Там сумасшедшая температура. Поэтому первым, что начинается, это я заметил, у меня как масло. Знаете, когда вот говорят, танкисты горят. Первым долгом этого, знаете, загорается и одежда, и течет сразу вот это, что открыто, где часть тела. Или быстро сгорает. Вот я заметил, как у меня с пальцев, из рук, вот видите, мне тут рубцы, ну это же прошло сколько же уже лет, с 44-го года. Вот, ногти сгорели, вот это тело, оно превращается, как сливочное масло, течет и все, течет это все от температуры большой, высокой, которая создана в танке. И вот во время, когда пролетает этот снаряд термитный. И потом уже, когда вот это стечет, это все, почти там уже дело до костей доходит, тогда это оно как уголь, черные пальцы, скрючено это все в таком состоянии. Танк загорелся, пылает.
И впереди и немцы, и самоходное орудие. А к самоходному орудию мне оставалось, ну, наверное, метров 60. Но если я его не уничтожу, то он меня уничтожит. Я дал команду механику-водителю Коле. Тарань. Пошли на таран. Надо только так. Другого пути нет, чтобы живым нам остаться. Потому что еще трудно сказать, мы вылезем с танка или нет. Горим. А танк летит. Факел. Удар был направлен прямо в передний ленивец, переднее колесо. Был люк у самоходки открыт. Меня схватило еще, как говорится, силы. Рывок последний уже. Как током било, я обгоревшей рукой схватил эту гранату F1. И прямо она удачно попала прямо в экипаж туда, к немцам. Они оттуда никто не вылез. Я потом кое-как мы выкарабкались, откуда-то появились санитары и тащили меня по болотам на простынях белых, помню, как сейчас. В лесу находилась там, значит, медсанбат. Там начали оказывать уже помощь. А там был заместитель по тылу, Иван Николаевич Казаков. Видит мое тяжелое положение, а он меня хорошо знал, и даже, честно говоря, как сына, не то что уважал, а любил как-то. Ко мне очень хорошо относился. И он как узнал, что я так пострадал, водки стакан налил, а у меня губы расплавлены тогда были. Руки, известно в каком состоянии были, скрючены пальцы, ногти сгорели. И он сумел все же таки силой, у меня губы, кровь бежала, он ее сделал отверстие и вылил мне водку, стакан, представляете, потому что дрожал страшно, замерз. Меня палило, и как-то вообще трудно даже передать, какое состояние было. Это вся эта сторона, все кругом, в рубцах, все это. Ну, как обугленный человек, и все так. А потом, когда человек попадает, вот я в частности тогда, когда попал в госпиталь в Москву, то во время войны никаких средств для того, чтобы быстро вылечить, оказать помощь обгоревшему танкисту или экипажу в целом, ничего другого не было, как марганцовкой. Марганцовку разводили, и вот этой марганцовкой смачивали, а потом проходило определенное время, и пинцетами, а там гной под этим уже черным, это же лето. И вот пинцетами это отрывают, и так постепенно вот это все обугленное это снимает, а там гной. Вот. Это вообще мучительно. Потом не одеться, не все. Только можно марлей вот поставить, положить, как-то определиться так, чтобы тебе марлей каркас сделать, и все. Но одеться нельзя ничего, потому что бьет как током, где обгоревшее тело. Вот однажды приходит Зинаида Гавриловна, жена Орджоникидзе, в палату. Она шефство брала над этим госпиталем и говорит: где тут гвардии лейтенант Сухомлин Иван Михайлович? Ей сказали: вот он лежит, он под стенкой марлей накрыт, вот его кровать, он под марлей лежит. Она подошла ко мне, и говорит:
А я вам, говорит, товарищ лейтенант, радость принесла. Хочу сообщить, что вот у меня газета «Правда» и вторая вот «Комсомольская правда». Здесь опубликован указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении вам звания Героя Советского Союза. Это помогло в какой-то степени мне прийти в себя. Вот, а потом уже я свыкся с этим, что я в таком состоянии. И как-то уже появилась вера, что да, со временем люди ж как-то выкарабкаются, выздоравливают. Ну, наверное, так же и я сумею.